Ежедневно каждый бишкекчанин выбрасывает около 2,5 килограммов мусора. И это не только безопасные отходы. В мусор попадают электрические лампы, пластиковые пакеты, батарейки и много других отходов, которые загрязняют почву, воздух и воду. К примеру, одна выброшенная батарейка делает непригодный участок почвы, на котором могло бы вырасти 4 яблони. А чтобы такая батарейка разложилась, требуется более 100 лет. Но каждый из нас может помочь окружающей среде. Приобретите продуктовую сумку «Экопакет». Если каждый пятый кыргызстанец использует сумку вместо полиэтиленового пакета, то за один год мы уменьшим количество выброшенных полиэтиленовых пакетов на 145 миллионов штук. Покупайте порошки и жидкости в большем объеме. Покупайте напитки в сдаваемой таре. Используйте батарейки, которые можно заряжать. Сдавайте макулатуру, батарейки и алюминиевые банки в пункты приема вторичного сырья. Этим вы очень поможете природе. Никогда не жгите бытовые отходы, сухую траву и листву. Это невероятно вредно для здоровья людей и животных. Не выбрасывайте мусор на улицу, в воду, реки и озера. Экономьте электроэнергию. Экономьте воду. Следуя этим советам, мы можем сделать нашу страну более чистой и уютной. И тогда не только мы, но и наши будущие дети и внуки смогут наслаждаться природой родного края.